Евгений Курицын приглашается на сцену. Я начну со стиха. Муса Джалиль, соседи. У нас с соседом не лады. Живем с соседом плохо. В любое время жди беды, нежданного подвоха. Белье развешу, как на грех. Сосед золу выносит. Сгребу ли я к забору снег? Он по двору разбросит. Капусту нынешней весной я посадил за домом и жду, что скажет мне друг мой, каким грозит разгромом. Моя капуста между тем цветет, растет как надо. Мечтаю, пироги поем, и на душе отрада. Не зря предвидел я грозу. Однажды в день базарный сосед привел домой козу. О, замысел коварный! Да поглотит, я завопил, земля скотину эту. Козу я смертным боем бил, но сжить не смог со света. Чуть утро, гостья под окном, стучат копытца смело. И так кочан за кочаном весь огород объела. Похож мой бедный огород, истоптанный плутовкой, на город взятый в оборот ночной бомбардировкой. Прощусь с капустой, так и быть, решил я втихомолку, а чтоб соседу досадить, завел в отместку волка. Я вот хочу вернуться даже к братьям, извини, пожалуйста, Евгений. А вот эта магия сцены, да? Только что были братья Лихачевы, дома хотят быть, пойти в артиста, а выходят на сцену и пропадает обаяние и заразительность. Вот пример, когда мальчишка сидел, скромный, незаметный, выходит на сцену, и мы видим почти готового артиста. Молодец. Что-то есть еще? Я спою песню «Антошка». Антошка, Антошка, пойдем копать картошку, Антошка, Антошка, пойдем копать картошку. Пы-бым-пы-бым. Тили-тили, траливали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам, тарам-пам-пам. Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке, Антошка, Антошка, сыграй нам на гармошке. Пы-бым-пы-бым. Тили-тили, траливали. Это мы не проходили, это нам не задавали. Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам, тарам-пам-пам. Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку. Антошка, Антошка, готовь к обеду ложку. Тили-тили, траливали. Я готов... Это, братцы, мне по силе, откажусь теперь едва ли. Тарам-пам-пам, тарам-пам-пам, тарам-пам-пам. Все с развитием, молодец. У нас за музыкальную часть в театре отвечает талантливая Анна Эммануиловна. Вот мы сейчас у нее узнаем. Я увидела Евгения, вот, когда он сидел с мамой рядышком, и сказала, что это очень талантливый мальчик. Вот просто еще не слышу. Поэтому говорю, мне все нравится, что ты сделал. И то, что ты спел песню без аккомпанемента, и мало того, что ты спел, ты еще ее сыграл. Это очень здорово, молодец. А еще ведь не станцевал. Ну, давайте посмотрим. Да, конечно. Yeah.
не уходи. Мы хотим еще наслаждаться твоим выступлением. Мама, никаких авансов не даем, но вы можете гордиться своим сыном. Молодец. Серьезный такой артист. Я бы не сказал, что он серьезный артист. Мне кажется, он может, наверное, не только Буратино исполнить. Вот я сразу почему-то подумал про «Незнайку». По-моему, замечательная была бы фактура такая для такого спектакля и для главной роли. Молодец, конечно, ты впечатлил нас. Он очень ответственный. Он не серьезный, а уже ответственный. Очень серьезно, ответственно подходит к своему профессиональному делу. Вы уже профессионал. Спасибо вам большое. Ну, мне кажется, что совершенно точно уже один, как минимум, претендент на главную роль в спектакле «Буратино 2016» у нас появился. И это ты.